Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Я же говорил, нам нужен ключ. Я же говорил, нам нужен ключ. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Смотри. А, мне как раз было интересно. Сегодня я художник. Ничего-ничего, я и пустому трёпу рад. Приготовься! Yeah!
Небоход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть.
Видно, ведьма сюда не ходила. Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Закончим дело. Перелезем.
Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Это что, олень? Не помню истории о великане с головой оленя. Кто он? Что тут сказано? Ни куз с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня.
Ого, как он туда попал? Это что, смола? В пещере? Странно. Тут было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага, прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один. Может, пойдем дальше?
готов. Я готов. Готов. Приемлемо. Это что?
Еще один кристалл. Что?
только посмотри. Тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Леонтар! Да что? Леонтар! Да что? Леонтар! Это что? Ты набираешься опыта.
Ого! Уже больше нет. Сын. Ладно. Интересно. Ого, сколько мертвецов!
Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Статуя, мы перебрались. Прочесть можешь? Слушаюсь. О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Пойди сюда. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Это все. Машину, конечно. Ищем путь наверх. Да!
Ха-ха-ха!